Экс-министр образования Забайкальского края Андрей Томских получил должность заместителя проректора ЗАБГУ по развитию, будет курировать довузовский блок. Об этом сообщила ректор университета Оксана Мартыненко в своем телеграм-канале. Томских работал проректором ЗАБГУ в 2016 году. Исполняющий обязанности губернатора края Наталья Жданова назначила его министром образования. Он покинул пост в 2020 году по собственному желанию. С середины 2020 года Томских – директор Института управления развитием образования Забайкальского госуниверситета. В конце 2021 года экс-министр стал сопредседателем отделения Общероссийского народного фронта.